Шостакович, симфония номер 7. Все, конечно, знают, что симфония была написана в период Второй мировой войны, Великой Отечественной войны, и ей как бы присвоено название военной. Здесь мы аккуратно снимаем нотку до диез. Опять очень компактно и быстро берем дыхание, потому что следующая фраза у нас тоже очень длинная. Опять-таки простая рекомендация, когда вы видите, что фраза идет вниз, вы можете совершенно спокойно играть более прозрачным звуком и чуть больше экономить дыхание. Вот, перед тем, как опять взлететь наверх. Главная сложность этого соло то, что перед вами очень много пауз. Вот. И разогревшись в самом начале этой симфонии, вы... Дальше у нас последний эпизод, где мы действительно выходим наверх в последний раз и прощаемся со слушателем. То есть здесь очень важно, я имею в виду другие группы, вы не закончили. Вот. Оставайтесь до самого конца с Шостаковичем.